Всем здрасте! Вы на канале Пиратская жизнь. Чего тебе? Привет! Изменник. Тьфу на тебя. Ты что, охренел, что ли? Сама изменщица. Ты не офигел? Вот откуда волос черный? Оттуда, видишь, мой. Ага. Ты кола успел отрастить-то? Да. Тогда у тебя плохой барбер, который тебе не заметил, вот такой длинный вьющийся волос. Вова, я тебе сказала. Если чё... Если чё... Иди в жопу. Ладно, девочки, у нас сегодня это обед. Надеюсь, что это не он, потому что если вдруг он... Да-да-да. Узел завяжу. В общем, смотрите. У нас сегодня омлет с двумя сосисками. Вот, Вовану положила 4, себе 2. Чё-то не хочу, тут у меня аппетита нет. Что-то я раскашлялась. Даже горчица не открыта, нифига. Это не корона, бро? Нет, не корона, бро. Продолжай. Точно не корона, бро? Ну. Давай еще раз. 3-4. Нет. Господи, Вовану сегодня актуально. Господи. Не знаю, что-то кашляю. Да я тут все хожу, блин, с горлом. Вот, и раскашлялся. Так, ты без шапочки мне... ходишь. Это да. Даже, как его открыть, а? Как? Такое просто открыть, все. Что-то раньше, кстати, с ногтями открывала. Угу. А сейчас нет. А сейчас не могу, да. С ногтями. С новыми. Да, расковыряй. Так нормально расковыряй. Так, еще у нас есть колбаса, сыр. Вот это все. В общем, ждем сейчас этого друга его. Должен забрать микроволновку. Что-то все не едет. Я говорю, пойдем уже, поедим. Ну, так все. Ну, что там? Расковырял. Ой, омлет, кстати, вкусный получился. Шикарный. Правда, немножко передержала. Здесь корочка такая появилась. Ну, в целом, классный. Блин, офигенный омлет. Как это, в детском садике. В школе раздавали. Классный. Ну что? Слушай, ну если этот не ты, то получается это египетский волос? Угу. Такой вопрос, как он туда попал? Таможенники? Да. Может, я кто-то недолюблен? Может, там кто-то подговорил египтянина? Фу, оставь. Может, там кто-то его подговорил, чтобы это... Да, дискредитировать тебя? Да. Да? Угу. О, видишь, я даже тебе отмазку придумала. Даже придумал, ничего не надо. Совсем обленился. Даже уже отмазки ей придумывают. Обалдевший. Сидит, говорит, вчера. Болтает своим барбером. Ля-ля-ля. Все-все-все. Говорю, все, нашел себе друга. Сидят там, все обсуждают. Танки, готовку какую-то. Вот так вот. Не, ну вот я не знаю, почему. Ну, почему-то, кстати говоря... Со всеми вот парикмахерами, с маникюрщицами, вот, маникюрщиками, да, странно, да? Как-то хочется все поболтать, как вот лежишь там или сидишь, вот, и как-то это прям, знаете, откровения прям открываются. Даже ты с Виталием тоже болтала. Mm-hmm. Да. Мне тоже причем все откровенно рассказал почему-то. Ну что, тошно. Да, тошно. Лежать просто так молча. Ну, тебя же в тот раз нормально, молчал. А-а-а. Ну, в этот раз он говорит, что ты сам заговорил с тобой, да? Да. Ну, да. Скучно было. Ну, да. Ну, у тебя долго в стриктах? Час примерно, да? Час так же. Ну, закончил, считай. Я, считай, пришел, опоздал. Опоздал? Да. Раньше, раньше меня выехал, а еще опоздал. Ну, 3-4 минуты, по-моему. Mm-hmm. Из-за этих пробок. Ой, господи, 3 минуты опоздал, пишет. Вот. Ну, так же он и закончил где-то. Mm-hmm. Там в 5 часов пришел, мол, новый человек. Нет, он там еще на диванчике сидел. 3 минуты. Mm-hmm. Он заканчивал. Все. Понятно. Что не надо это? Хотя, в принципе, тот тоже немножко опоздал. Он должен был в 5 тебе. Уже время было 7. Ну, 5 часов, но все не было. Для меня вот 5 минут это не опоздание. Это нормально. Нет, когда в городе пробки, еще валит снег, ветер сильный. Не, ну вчера, конечно, жопа была, да. Еще нифига не чистит.
на чем бы ты ни ехал. Же, думаю, зря, подожди. Наверное, я тебе сосиску дала. Третью. Они такие вкусные. Yeah. Вот эти вот сосиски аппетитные. Нежные они такие. Да. Вот сижу и свою. А я тебе говорил, вчера нужно было 10 брать. Я взяла равное количество, 6. Отдай, я придумал. У тебя волос был. Ну-ка, иди отсюда. Я же не знаю. Меня дома не было. Да, меня тоже. Целых 4 часа. Что ты тут делал? Меня тоже не было. Я тебе говорю, вот только попробуй. Ну, чисто теоретически, ты бы вот мог меня изменить? Домовой это был. Домовой? Да. С длинными лохмами, кудрявыми? Да. Mm? Он себе новую прическу делает. Угу. Его раскидывает, да, тут? Нет. Это случайно у него упал. Он мне вчера рассказывал. Понимаешь, Вов, однажды я тебя припасла. Да, да, да. Поэтому сейчас тебе доверия нету. Да. Да. Mm-hmm. Однажды, потеряв мое доверие, знаешь, Вова, ты все. Да, да, да. Mm-hmm. Да, по любой причине сразу буду подозревать тебя. Да, да, да. Да, 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 да. Mm-hmm. Если даже это твой волос. Вов, черный, длинный, хорошо, ладно, черный. Может, у меня корни отросли. Но длинный-то откуда? Туда, мой. Откуда у тебя? Ниже пояса? Тебе показать откуда? Не, не надо. 17+. Там длинный. Шелковистый, кудрявый. Ну, сейчас это расскажешь, тут девчонки перевозбудятся. Ты чё? Что-то реально расскажешь. У нас дома холодно. Все, надо это, распаковать Гаврюшу и прибраться. На холодно. Фигу. У тебя не холодно. А вот у людей холодно. Я сегодня глядел. Что там? Внутри квартиры вот здесь. На пластиковом этом лед. Слой. Вот такой вот. Так у нас тоже резинка-то замерзала. Да резинка-то резинка. А это, говорю, прям на пластике. А-а-а. Здесь вот не, здесь. У нас здесь конденсат обычно. Угу. Это хорошо. А у них лед. Ну, я не знаю, откуда дует. По ногам прям дует. Что-то вчера сидела за компом. С балкона. Прямо все это дует. Кстати, да. Оно, это открытый. Вроде то заказывали. Балкон. Балкон они стрёмно сделали прям. Вообще. Сколько нас ром... Сколько раз нам меняли, блин, это окно. Точнее, это приезжали. А, дырки. Вообще жуть. Не люблю, когда люди с первого раза ничего не делают нормально. Где там все хорошо. Тем более, если ты за работу свои на маленькие деньги берешь. Ну да. За этот балкон, по-моему, я не помню сколько. 75 тысяч, по-моему, дали. 70. Ну, 70. Ну, что-то такое, около 70. Там остекление. Где-то... Мне понравилось, знаешь, это... вот этот, откидной вот этот вот столик. Mm-hmm. Угу. Типа, ой, у нас делают, ля-ля-ля. Парень этот, который делал, я говорю, ты часто такие столы ты делаешь? Он первый раз. Mm-hmm. И встал какие-то чертежи и делал этот стол. Писец. Обратилась. А как это, помнишь, я нам расписывала-то? Ой, у меня работают одни профессионалы, блин, вообще. Первый год, да? А в итоге, да. Ой, он их по объявлению нашел. Ну вот посмотришь всякие, вот, знаете, там канал, я смотрела этот журнал «Бригадира». Вот, у него там тоже. То же самое. Одни профессионалы. Да, у него там одни профессионалы. Только это трэш-канал. Трэш-обзоры, как делать нельзя ремонт, скажем так. Вот понимаешь вообще, как это все происходит. Да. Один, помнишь, к нам пришел тогда этот ремонтник-то? Сколько нам тогда, сколько там, 150 тысяч, по-моему, что-то? Не знаю, что. Это только чисто за эти работы. Mm-hmm. Туалет с ванной, когда мы делали. Офигенно. Без материалов. Угу. Офига себе, у тебя работа, думаю. Нет. Такой вспомнил, вот, по
этому каналу-то показывали тоже. Помнишь, чувак? Их оценок-то нет. Угу. Даже если взять по максимуму даже, столько не выйдет. Ну да. Из головы взял откуда-то. У него даже этих не было. Не, он мне типа смету прислал тогда. Потом. Откуда-то взял-то. Дорого сейчас это все. Очень дорого. Прям это ладно, там туалет с ванной. Это если вот таких вот нанимать, да? А если на реально нормальных прессалов, в принципе, может быть даже дороже быть. И сделать все по одному. Вообще лучше все по отдельности делать, чтобы... Да. Вот как ты видал, да? Передачу-то. Квартирный вопрос. Пол ты как сделаешь по отдельности? Квартирный вопрос. Ну, помнишь там, как делать? Ну. Стены делают одни, пол и все остальное другие. Пол-то. Понимаешь, тут проблема-то у нас в поле. В полу. Ну, вообще, я смотрел фотки. Конечно, новая техника на фоне вот этого белого красивого алюминиума смотрится прям балдежно. Я думаю, фишка в том, перво-наперво, какая проблема, чтобы делать какой-то это. Додевать все. Да, а мы еще больше и больше обрастаем, так сказать, этой. Это нужно, во-первых, снимать какой-то склад, что ли? Или что-то, где это все будет храниться. О, иди. Друг у меня. Ну что, он не знает, что ли? Все, сейчас быстренько. Все, ребятки, продолжаем. Все, микроволновки теперь у нас нету. Сейчас старый. Забрали. Да. Теперь у нас только новое. Еле донес. Мне жалко, что у меня остался. Предлагали это посидеть с нами, чайку попить. У него там кто-то в машине еще. Да? Да. Угу. Вот. Кто-то там это как отвезет, что ли? Да. Понятно. А он кому ее хочет? Матери, что ли? Я не знаю. Или себе, или матери, да. Ну, скорее всего, матери. Угу. Ну, а вот в машине есть старая микроволновка, знаешь, те вот это машина. Ну, она рабочая, ладно. Ну, да. Она работает нормально. Она более мощная. Это да. Вот новые, конечно, там, мне кажется, там специально как-то мощность, что ли, понижают или что-то такое. Не. Там это борется за экологию. Экономию электроэнергии. Да. Такие дела. Чем меньше мощность, тем блин, больше нагрузка на электросеть. Угу. Сейчас, короче, доедим. Пойдем потом распакуем коврюшу. Я хотела прибраться. Ну, чтобы ему сильно не было. Много. Уборки. Ну все. Чем он большой брат будет? По пылесосе, да? Большой брат, да. Я только мы чего по пыльтах. Как еще? Вон Олегу показали. Говорит, ой, типа это фигня. Надо типа это тоже игрушка. Купить. Ну, он говорит, это игрушка. Но мне кажется, нет. Ну, посмотрим. Я сама еще как бы не знаю. Он выглядит как игрушка. Ну, понятно. Хотя на самом деле нет. Да многие воспринимают, что это игрушка. Мне одна девушка писала. Вот, она говорит, что... Она типа, вот, я домохозяйка и так далее. Вот, она говорит, что, в принципе, у меня как бы есть время там убраться и прочее, но... Как бы каждый день ты не будешь убираться, да? Mm-hmm. И не хочется. Вот мой пылесос, например, старый, да, Томас, очень, кстати, хороший. А вот просто пока достанешь, пока уберешься, пока туда-сюда, вот, потом его помыть надо, да, то есть у него там водный фильтр. Вот, это как бы время. А тут как бы запустил и все. Да, может быть, он будет не сильно мощно убираться, как вот такие вот мои бытовые приборы, ну, бытовые пылесосы, но если он это будет делать каждый день, я думаю, рано или поздно он просто нашу квартиру вылежит. И все. Ой, чай какой вкусный получился. Шикарно. Типа, что я говорю. Он предназначен для поддержания этого. На. Что ты сыр-то не ешь? Он предназначен для поддержания температуры. Частоты. Да. Каждый день. Не, он будет нормально.
Он по отзывам выбирал самый такой нормальный. Самый классный. По сути, он, знаете, он во многих вот этих топах. Ну, он в топах был всегда. Это раз. На таких лидирующих позициях. Тянет. Конечно, там есть и более дорогие модели. За 65. Я что там смотрел вчера еще, знаете, за 120 что ли был. За 110. За 110. Это американский. Угу. Один из первых. Ну, 110 это как бы перебор. Угу. Фишка в том, что эта цена у него выше. Ну, у него там база, самоочистки. По функционалу у него нет почти ничего. У него там база самоочистки и прочее, прочее, прочее. Ну, купи ты эту базу, оно будет дешевле. Нет. База вот для нашего стоит 25 тысяч. С Алиэкспресса. От 21 до 25. Ну, смысл? Я вчера глядел на Яндексе 23 она стоит. 23? Да. Ну, посмотрим. 23. Если он действительно будет нормально себя вести, в принципе, можно будет потом базу приобрести. Конечно, игрушка... А этот 110 с базой. 110. Плюс у него функции этого робота у него меньше. У него нет этого лидар такого. Нет камеры. Вот. То есть он сам не определяет, какое покрытие. Или что включать. То есть влажную уборку или сухую. А это определяет. Включается он сначала определяет, какая поверхность. Потом уже включается. Ну, распакуем сегодня и посмотрим. А то, как говорится, мы пока еще только насмотрелись обзоров, а свой-то еще пока не видели. Мы все равно что-то приехали. Не включали еще да. Пока. Он это грелся. Он был так холодный. Да, он у нас отогревался дома. Вот. А сейчас вчера уже вечером так неохота, по-моему, что. Но все равно. Но весь вечер смотрели обзоры. Вообще. Это пима. Свой-то не можем включить, да? Ну, обзоры смотрим. Ты что-то хотел? Ватрушку. Что? Ты вот эту ватрушку хотел, да? Да. Вкусно. Суть чай балдежный. Вот этот каркаде. Вот его покрепче заваришь. Побольше вот этих листочков. И он очень вкусный прям получается такой. Классный. Ну это даже не ватрушка получается, это получается как сметанье. Мне так не хочется убираться. Вот здесь сметаны нет, здесь творог. Так чем, не хочется убираться. Как ты говоришь, здесь это сахар, здесь сахар нет. Он еще идет, вон видишь, сколько тоненькая. Лимона. Да, это, по-моему, не лимон, это просто отсыревшее тесто. Нет. Да. В нем присутствует цитрусовое. Надо самим что-нибудь запечь. Мне у девочки пишут, не нам, давай, что-нибудь запекай. Ну, собственно, испечь. Угу. Что-то такое, из теста. Блин, я из теста делал пример. Я с ними очень дружу. И рецепты, и делают к нему, и все. Надо как вам заливной пирог. О, кстати, девочки, капустный заливной пирог. О, точно. У меня как раз капуста есть. Да. Зашибись. А дрожжей нету. А по-моему есть. Нету. А по-моему есть. Кажется, я не знаю, какая капуста здесь. Заливной пирог. С капустой. Да. А там, знаешь, как это? Она, по-моему, чуть подтушивается с яйцом. Вот. И тестом заливается вот таким, знаешь, просто такие, которые поднимаются и все. Или лук. И зеленый. Да. Сверху можно. И будет классно. Давай сделаем. Он поднимется. Будет красивый. Ты опять переборщишь. Мы тогда, помнишь, это, по-моему, с мяса делали? С мясом так. У нас не получился. Не подошел. Да что, кто-то туда бухнул. На шалатины и этого. Ну, короче. Найди рецепт капустного заливного пирога. Вот, надо сделать. Там, причем, даже возиться-то не надо. Там тесто, оно само. То
То есть это не такое тесто. Шикарно я придумала. Обалденно. Как раз капуста есть. Что это? На улице. Точно? Да. Это звук не странный. Что, думаешь, сам это что? Я думаю, мы в холодильнику нас в полет отправили. Взлет нормальный. Ну, блин, говорят, с Габрюшей, да? Сбежать, да. Полетели. Но этот уже отсюда не выйдет своим ходом. Не, вот реально, знаете, вот без прикола. Если вдруг что, тьфу-тьфу-тьфу, холодильник у нас останется в квартире. Его просто невозможно будет вынести. Он банально в дверь не войдет. Ну, тебе говорю, лайфхак. Дощечку ложишь, чтобы была. Ну, как? Да ладно тебя оставь, может, он еще сам въезжает, перепрыгнет. Бам, и дальше поехал. Вот распакуем еще, не посмотрим. Понял? Вот я такой видал. Лайфхак. Мужик сделал. Для пылесоса? Да. Ну, пылесос у него пороги большие, высокие. Так, такие где-то. Кстати, да, надо посмотреть. Может, он так эту дощечку вырезал. Прямоугольно. Он по ней сначала тыкается по этому, раз, потом раз и въезжает по этой дощечке. Въезжает, встает. Она потому что начинает перевешивать. Бом! Упала, ну, стоит потом. И поехал. Прикольно. На одном тоже такую дощечку сделал. Трамплин для Гаврюши. Ну, только в нашу комнату, если делать. Да там-то, я думаю, он с это справится, наверное, залит. Ну, похмально. Ну, и все. В нашу комнату точно он не перепрыгнет. А на кухню, то он так выйдет. На кухню, да, я думаю, он заедет. Если он выйдет в этот прихожую, то на кухню он спокойно заберется. Здесь же такие прям совсем вот, маленькие. По сути, как ровный пол. Вот, и будет здорово, если он будет хотя бы в зал, прихожую и кухню. И твою комнату. Ну, а комнату его уже нужно это будет переносить. Или дощечку ложить. Да ладно, господи, уж перенесешь. Что с дощечкой-то мучиться? Это когда он совсем, знаешь, ленивый человек, там лайфхаки придумал. Тогда. А что, обычную дощечку положил, все. Раз въехал. Фанерку. По сути. Ладно, ребятки. Всех любим, всех целуем. В общем, пошли мы сейчас распаковывать Гаврюшу. Что-то уже договорились, надо его распаковать. Посмотрим, из чего он сделан. Нужно как нам... вообще работает. Да, как он вообще работает. Ну, как говорится, теория это хорошо, а на практике все намного интереснее. В общем, увидим в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока. Любим, целуем, пока-пока.